Здравствуйте, друзья. У нас в гостях гость сегодня необычный, господин Рифат. Да. Вчера подал интересную идею о постройке такого поселения только здесь, на Самуре. Ну, вот, мы подумали, и на самом деле очень интересная идея — арендовать площадочку в живописном месте, дома сферы, вот, там что-то такое бамбуковое, натуральное, солнечные панели, грядки какие-то, да, то есть рыбалочка тут же, если что. Ну, в общем, как раз попробовать вот это хозяйство, такой, скажем так, интересный вариант, действительно, саму еще это дело организовать. Прикинул еще Рифат бюджет, молодец, прям тут же ты посчитал, что достаточно недорого получается солнечные панели, аккумуляторные батареи, ну, чтобы для минимального электроснабжения. Да что, сейчас поедем искать место, я вот буду снимать по дороге. Идеальное место, Ярик, да, ты там прав. Идеальный. Здесь и тенек. И красиво так. И хозяина можно поймать, то есть. Кто-то периодически на байке ездит, то есть можно договориться. Ну, во-первых, я могу у своего спросить, а во-вторых, как бы можно здесь просто увидеть по-хорошему, кажется. И заборчик есть. И прохладненько здесь, такой ветерок. Видать, от горы, может, как-то образуется завихрение, я не знаю. Но в любом случае, здесь тень и естественная, и плюс... Что думаешь, Рифат?
Ну, вообще место. Да, мне тем такой направлен, нравится, да. И море рядом. И море, и вид красивый. Да, 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 здесь как бы все рядом. Сверху что там? Ну, сверху, видишь, они что-то повырубали, повычищали. То есть, я так понимаю, что готовят под посадки, да, вот, может быть, пальмы вот эти банановые. Мне очень нравится место. Но мы сейчас посмотрим еще другой вариант, да, о котором мы с Яриком вчера тебе говорили. Но этот допустим, вариант... Допустим, это вариант. Мы договорились. Так. Где хочешь свой дом построить? А, Ярик, смотри, какой Рифат интересный вопрос задал. Вот ему теперь задай. Я пока начинаю думать. Ну-ка еще раз. Я говорю, окей, мы договорились, да, на этот вариант. Кстати, интересный Рифат вопрос. Я уже готов. А где хочешь построить тебе мягкий дом? Где тебе? Вот такой вот вопрос. Где хочешь построить? Он говорит, да, допустим, договорились. Короче, он считает, что уже Н договорится. Допустим, да, Н договорился. А земля объем какие? Да какая разница? Вот наш ореол. По-любому там не захочешь, там солнце. По-любому это будет где-то здесь. Ну вот. Ну, нет, да, давай вот. Половинку вот этот дом у нас. Вот. Да, не, ну мы по-любому должны где-то вот в этом месте, потому что здесь тенек. То есть по-любому вот это вот место, как бы, оно должно быть для устройства. Ну, ты можешь это начать? Да, хочешь, там на солнце, понятно, да. Да, Рифат, ты должен, знаешь, еще как думать? А, из расчета, что в первую очередь должно быть что? Главное помещение – это у нас какой-то зал, где будет репетиция, музыка, кинотеатр, да? Соответственно, нужно самое козырное место с видом, например, отдать под общее. Вот как у тайца, смотри, он там сделан, беседочка, кстати. Смотри, справа домик, слева получается под навесом беседочка. Смотри, вон. Хороший вариант, кстати. А может быть вообще сделать, Ярик, смотри, вот как в этом стиле таунхаузов. Во-первых, мы должны определиться с костяком, кто участвует в проекте, это не так много людей. Условно говоря, раз, два, три, там, я не знаю, 4-5. Я не знаю, да, то есть у нас вообще пока вариантов нет с Яриком в плане еще кого. Но условно говоря, 4-5, соответственно, может быть что-то сделать общее, во-первых, по дизайну, длинное. И отдельные входики, там все, общий как бы, да. Площадь. Да, чтобы это было, во-первых, в одном стиле, а не было, знаешь, тоже как бы тайц приедет, тут пузырь, тут из бамбука, тут там, бля, какие-то блоки там, да, то есть. Ну, я думаю, они этот домик используют, я не знаю, переночевать, может быть, моряки какие-то там, эти рыбаки, точнее, моряки. Потому что вон у них, смотрю, столики есть, да, видать, иногда. Иногда, видать, да. Не, прикольный рельеф здесь прям. Красиво очень. Там что-то белое, кстати, смотрите, белый какой-то камень большой. На котором бревно лежит. Ну какой-то он прям светлый. Да, но он цвет, смотри, необычный. Как мраморный цвет получается. Как мрамор, цвет мрамора белый. А, прикол, а что за слои, кстати? А почему это слои такие? Да, но там внутри, кстати, дерево. Ну, то есть это, ну, вот старая вот эта, да, вот, которая, кстати, такой крепкой, но это нет, деревянная. Нет, это другой уже, как сказать, ну, как материал, не знаю. Тоже камень, но только другой. Так смотри, даже размер, ширина одинаковая, ну, сантиметров по 15, ну, верхний чуть повыше. Угу. И там а. Также, видишь? Ну, они и, повалены, да, кстати, да. Грубо говоря, основная гора откуда? Слушай, а там огромный термитник, что ли, прям гигантский, вон. Ярик, смотри, прям гора, целая гора, прям походу термитник справа, видите? Ну вот, прям на час. Да, на час, да. Прям целая гора, походу термитник огромный. Но это именно землянистая, грубо говоря. То есть это землянистая гора, соответственно, из земли это может быть только термитник. Фес, он огромный. Гигантский. Ну, тут получается тектоническое движение было уже сколько лет? Офигеть. Миллион лет, да. Ну, миллиона три, может, лет назад. Приглашать надо этих. Лиану тут провести, прикольно. Джона Коннора надо приглашать. Ну да. Плюс, кстати, здесь же, Ярик, мы находили тот камень с дыркой необычной, да, тоже как раз Коннор, интересно. Вот, кстати, прикольный домик, терраса, как говорится, для общих посиделок Г-образная. Вот надо что-то такого плана, в плане, ну, там, у каждого своя, грубо говоря, спальня, потому что не надо рассчитывать на какие-то условия, в плане, чтобы там что-то отдельно было, да, но в плане, грубо говоря,
закрытое помещение, это спальня. А все остальное, грубо говоря, общее. И вот, грубо говоря, раз такое что-то помещение, а остальное открытое, под навесом. Все, ты поднялся, во-первых, от дождя, от змей. Вот. И, ну, там и так тенек, но в любом случае, как бы мы можем и открытую сделать террасу, и закрытую. Какой-то тоже фундамент делали, ага, для чего-то. Да, корни прям по этим, по скалам, прям аж в это, прилипшие к камням прям. Офигеть. Да, место офигенное. Там тоже смотри, там как пещера, там что-то куда-то улезть можно. Да, что, Ярик, прикинь, можно найти там, да, с металлоискателем походить. Мало ли какие-нибудь древние там какие-нибудь. Мечи там, монеты. Слушай, а не знаешь, что это за ягоды вот такие, смотри, они вон целая гроздь растет. Вот это. Да, но она разных цветов получается. Зеленая, желтая, оранжевая. Они, наверное, спеют. Ну, оранжевая это спелая. Вон она легко, кстати. Вон она сок даже дает. Ну, прям, видишь, она в руке раз. Сам. Ну, пахнет не очень приятно. Наверное. Я не думаю, они... Ну да, наверное, это... Ну, их можно есть. Ну, либо их для кухни использовать, но кушать, наверное, их вряд ли можно. Каждый вечер такой закат. Встречайте, любуйтесь.